Добрый день, друзья! Сегодня по-прежнему 8 апреля 2019 года. Есть в Чите вот такой, смотрите, скейт-парк. Ну, площади свободной много, но, по крайней мере, я вижу там дети на самокате и на велосипедах играют. Здесь вот площадка. Это поле спортивное для мини-футбола, их даже два. А вот это строение называется у нас Мега... Ой, как оно, подождите. Мегаполис. Мегаполис спорт, по-моему, так. А мы сейчас посмотрим на вывески. Это я зашел сейчас с обратной стороны, с тылу. Сейчас мы посмотрим на фасад. Нахожусь я по-прежнему в том же районе. Вот парк Победы. Оттуда я пришел, там, где Никольский храм и детская железная дорога. Тут художники расписали вот так вот эту вот пристройку. В общем-то, очень симпатично, мне нравится. Единственное, непонятен сюжет, а исполнение вполне такое достойное. Ну, в мегаполисе всегда проходят различные встречи, концерты, рок-группы, то есть такое очень востребованное место в Чите. Вот видите, 14 апреля в 19 часов. Что там будет у нас? Какие-то артисты выступать. Вот он, Мегаполис спорт. Любовь Успенская будет 30 апреля. И Стас Михайлов. Вот такое интересное место. Так, ну все, мне надо сейчас отсюда выходить на троллейбус. И, ага, вижу вот пешеходный переход. И я поеду дальше. А что я покажу вам в следующем сюжете? Это будет маленьким сюрпризом. Кстати, вот там вот стадион «Локомотив». Вот. Видно название, и сам стадион, где проходят различные тоже и городские мероприятия, ну и, конечно, футбол. Футбол, правда, сейчас в Чите в упадке. Но в свое время я был болельщиком по неволе. Когда я служил в милиции, нас туда гоняли в оцепление. И мы там и порядок охраняли, и наслаждение, удовольствие получали от игры наших футболистов.